не уметить никуда даже. То есть это так. Ну, расскажите по поводу вашего трамвая. Была такая мечта. Есть такой анекдот, конечно. Мы продали машину, Волгу, купили тебе автобус, езди, как все студенты на автобусе. Вот мы тебе ездим на трамвай. На самом деле, да, была мечта, чтобы, скажем так, чтобы городу было ярче, чтобы городу было веселее немножко, да, чтобы вот при взгляде на что-то город понимал все горожане, что вот есть все-таки у нас в городе даже в пасмурную погоду какие-то позитивные, приятные вещи, которые делают город наш красивее. Вот мы придумали, Илья Валерьевич сказал, давай запапашим трамвай. Да. Мы начали переговоры, они были довольно длительные, прямо скажем, они были непростые. Но с трамвайным депо мы все-таки нашли общий язык, и вот теперь у нас есть у телекомпании АТВ, есть трамвай. У города есть трамвай, телекомпания АТВ. И телекомпания АТВ. Что очень важно, что мы поддерживаем экологически чистый вид транспорта. Это вид транспорта, который не газует, не шумит. Ну, почти не шумит, скажем так, по сравнению с огромным количеством автомобилей, которые ездят по городу. Но это тоже еще один плюс. А вообще городу есть чем гордиться, и об этом мы как раз будем рассказывать между остановками. В том числе трамваем, потому что трамваев нет даже в городах-миллионниках во многом. В Красноярске он чуть не загнулся. В Воронеже его, насколько как мы демонтировали. В Волгограде там наладан вышек, хотя огромный гигантский город. А в Ачинске у нас есть трамвай. Это тоже, кстати, повод для гордости.